This is the first sizable pro-Ukraine protest that we've seen in Crimea yet, and we've already been here almost a week. And you can really tell that it's not Russia quite yet, because if this was Russia, the police would already be here chasing these people off of the square. Для чого ви вийшли на мітинг сьогодні? Вийшли на мітинг, тому що ми проти присоєднання Криму до Росії, і це єдиний шанс взагалі показати світу, що ми існуємо, тому що російська пропаганда повністю ігнорує наше наличие взагалі в Україні. Всі вважають, що Крим повністю за Росію, але це не так, тому потрібно виходити. Did you know that if you held this protest in Moscow today, then the police would arrest you and throw you into jail for a night or give you a big fine? I know that this action is maybe the one of the last options to express my my opinion, because in a few days this territory may come to Russia and this will be illegal. Protesting will be illegal? Yes. I think it's incredibly brave of these people to come out here in the middle of the Crimean capital like this today, because the protests for the Russian side have been so aggressive, and they've been posting on the internet saying that the pro-Russians should come here to counter this protest. So we don't know how the situation is going to turn out a little bit later. Можна вас спросити, чому ви не хотите в Росію? Ясно. That was simple enough. Я родился в городе Соликамск, это на Урале, Россия. Я этнический русский. И я за то, чтобы Крым остался в составе Украины. А почему? Крыму не светит никакой выгоды от присоединения к России. Никто не думает о последствиях. Боимся все войны. То, что мы видим их переодетых солдат, которые без знаков отличия, и Путин нагло, цинично заявляет на телекамеру, что это не его войска, это верх наглости. Some of the pro-Russian Cossacks arrived, and they're already talking to the police. They're definitely not happy about what's going on here, and there's a group of pro-Russian self-defense forces just standing off to the side. Я просто хотел спросить, вы как бы самооборону Крыма представляете? Да. И вы пришли для чего сегодня? Поддержание порядка. Поддержание порядка. Выполняю функцию милиции. А, то есть вы не для того, чтобы... А тут милиция вроде есть, вон милиционер. Ну, мы в поддержку. Народные дружины были тогда в Советском Союзе. Люди занимались тем, что помогали милиции с гражданского населения. То есть патрулировали улицы, там, в случае чего. Ну, и здесь следим за порядком. Да мы приехали в гости, вот вы даете. Вам погулять. Ну, конкретно к тебе даже. Приехать здесь посмотреть город. Понимаю, убивать будете? Почему не ответите нет? Да, конечно, нет. Нет? Конечно, нет. Ну, хорошо. Вообще ни одного человека нет. А что так долго? Мы хотим русским солдатам. Да, это странный вопрос. Агрессивный. Простите, можно спросить, много сейчас казаков приехало с России поддерживать? Да, без понятия. Украина! Украина! Собралась опучка, и то я 100% уверен, что здесь сынок приезжий. Это с Киева, с Днепропетровска, Западная Украина не провоцирует. Крым единый, Крым за Россию. Мы приехали сказать вам, что мы с вами, что Крым был и будет украинской землей. Держитесь, крепитесь, обязательно будет мир на нашей земле. Главное, что мы вместе. Спасибо вам, что вы выходите сюда, что вы не молчите. Украина едина! Украина едина! Украина едина! Россия! 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 Things are getting tense, and more pro-Russia protesters have arrived. And this is turning into a protest and a counter-protest. Россия! 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 Украина!
there's these two meandering protests through the streets of the Crimean capital. This is the pro-Ukraine protest. The pro-Russia protest just went around the back of this building, and there's a whole hell of a lot of self-defense force in front of the parliament building. Россия! Россия! Путин гей! Путин гей! Путин гей! Путин гей! Что? Не отдавать же Путину нашу землю. Ну понятно, а почему сегодня вышли, а все это время не было митингов? Мы собирались, ждали, может быть все разрешится. Но теперь мы понимаем, что реально, если мы сейчас не выйдем и покажем, что есть украинцы здесь в Крыму, и Крым это украинская земля, то ничего просто не будет. А вы... Я думаю, это абсолютно нелегитимен, и власть, захваченная бандитами в Крыму. И с этим нужно что-то делать. Мы мириться не будем. Вы настроены на драку с тем митингом? Нет, на драку мы не хотим драки. Но если они будут провоцировать, они получат адекватную реакцию. Украина! Украина! So apparently what's happened is that the pro-Russia protesters thought the Ukrainian protesters were trying to take the parliament. So it was pretty tense when they were marching almost right next to each other in the direction of the parliament, but then this protest veered off to this military base here, and the Russians are nowhere to be seen. It must be nice for the Ukrainian soldiers to finally have a protest supporting them outside their gates. Умные люди с вами. Держите до последнего. Спасибо вам большое. Вот. We're at protest number two. It's bigger than yesterday's. I think people feel like after yesterday's result, it's safer to come out into the streets. Oh, here come some yellow balloons. Господу помолимось. They just announced that some Ukrainian activists were kidnapped by pro-Russians, and they want to now block the road behind us until those guys are released. Святый Боже, святый крепкий. Святый бессмертный, помилуй нас. Just signed up to join the self-defense forces for Russian Crimea, and they told me that I can just go straight to the prosecutor's office, and there's some people defending it right now, and I can join up. Мы за мир, мы за Россию. Давайте. Удачи. It was really, really easy to sign up for the self-defense force. She asked me for my phone number, she asked me my name, asked me my address, and that was it. Извините, а добровольцев сюда присылают? Нет. Прокуратура же здесь, республиканская? Да, что вы хотели? Ну, мы хотели про этих, про добровольцев, которых свежих, да, снять. Как это снять? Ну, просто поговорить с ребятами, снять. А что за программа? Программа называется... Телевидение, да. Какое? А, Vice News называется. Интернет. Никого не обижаем, никого. Все. У нас просто обычная затея. Мы охраняем честный порядок, не даем людям мародерствовать, и в целом это вся наша задача. Что вы конкретно хотите снять? Я хочу увидеть, когда берут свежих ребят, которые присоединяются в дружину, снять, как их им объясняют, что они будут делать, что, какая у них задача, какую-то тренировку проводят ли. Нет, смотрите, я вам объясню. Все это было давным-давно до того, как люди сюда приходят. Не, ну сейчас же там все палатка стоит на площади, люди записываются, значит, они новые. Но это не на сегодня.
I had a little chat with the self-defense force outside the prosecutor's office here. They were a little bit aggressive at first, wondering why I showed up, but I told them that we want to do something about them, find out how they're living. They told us to go to the central office and get permission to film there. To be honest, it's not actually that much bigger than the Ukrainian rally we were just at. The crowds are a lot thinner here. It is a lot louder though. И почему вы считаете, что Крым должен быть частью России, а не Украины? Они вот говорят, мы стояли за свободу. Что мы увидели в итоге после Майдана? Разруха, этот Киев, на него страшно взглянуть, запуганные жители. Кто пришел к власти? Они говорят, мы убрали банду ГЭТ. Хорошо. Какая пришла сейчас власть? Те же самые олигархи. Посмотрите на дом Яценюка, Порошенко, он живет не хуже, чем Янукович. Умерли сотни людей, да, на сотни у них. И у нас тоже очень много погибших военных. Разве это стоило того, если они говорят, мы хотели только убрать Януковича? Мне кажется, ну стоило бы писать кому-то, он ушел бы сам. Россия! 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 Я хочу, чтобы умирали молодые ребята с одной и с другой стороны. И с российской. И с украинской, и с других там, я не хочу этого. Я сам офицер, понимаете? Я боюсь, чтобы это была бойня. Не надо. Я... Ну вы за что, за референдум? Я? Да нет, ради бога. А чего вам референдум сдался? Для чего вам референдум? А? Провокатор? Да это старый человек. Я мой. А кто? Я офицер советской армии, понял? Замечательно. Ну и что ты хочешь? Да иди своей дорогой. Эх вы, думайте головой. Голова дана для того, чтобы ей думать, а не для того, чтобы просто мозги носить.